В Ульяновске завершилось первенство России по легкой атлетике в помещении. Участниками стали юниоры до 23 лет. В ульяновском манеже «Спартак» соревновались более 400 человек с разных уголков страны. Проводилась, в принципе, вся программа зимнего первенства. Это и беговые виды все, прыжки в длину, прыжки тройной, прыжки в высоту, прыжки в шестом и толканидра. На соревнованиях разыграли 28 комплектов наград. Две золотых медали достались Ульяновской области. Обе победы принесла региону Софья Провоторова, студентка УГПУ. Она стала первой в забегах на 60 и на 200 метров. Интерес к спорту у Софьи возник еще с начальной школы. Сначала прыжки в длину, занятия баскетболом. А в старших классах девушка начала профессионально заниматься легкой атлетикой. Самые высокие показатели у Софьи в забегах на 200 метрах. Поэтому в соревнованиях на эту дистанцию она надеялась на победу. Сюрпризом для нее стало золото в забеге на 60 метров. Тренировались мы, по две тренировки делали, потом ближе, наверное, одну, и уже по результатам было видно, что я готова. На 200 метров готова была, а на 60 мы вообще думали, что в призы как бы тяжело будет мне попасть, потому что как бы 60 для меня это просто как тренировка. Кроме того, Софья обновила рекорд Ульяновской области с результатом 23,3 секунды на 200 метров. Это второй результат в Европе среди спортсменов до 23 лет. На достигнутом спортсменка останавливаться не планирует. Уже через несколько дней она примет участие в чемпионате России по легкой атлетике, который будет проходить с 3 по 5 марта в Москве. Юлия Руднева, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.